нами Вахтанг. И Гидацвали на заднем плане. И, в общем, сегодня мы будем страдать херней. Большой такой. Огромный вообще, как у меня в штанах. Знаете, эта игра или подобие игры называется «Цементный завод по переработке нефти». Барор какой-то, цементный барор. Да, какой-то цементный барор. Может быть, вор? Вор, не знаю. Я думаю, это... Цементный вор, да, это цементный вор, короче. Сейчас будем воровать цемент. Заводы, как мы с Вахтангом делаем обычно, по четвергам. Да, вообще, мы по стандарту вообще рубим фишку. Что ж, давайте, я попёрли. Я думаю, это вообще эпичная игра, да, похлеще какого-то там Дума, да, или Квейка. Конечно, ты чё? Дум Квейк вообще отстой. О, господи, что у меня за сверло появилось? Так, ну что ж. Видимо, за каких-то механиков, что ли, или бурильщиков будем играть. Бурить скважина. Давай, я уже пробурил, смотри, какие скважины. Вы, ребят, вы чё? Слушай, а это, он чё такой, это... Чё он такой дерзкий, а? Давай его пили, я не знаю. Ой, смотри, какая ты херотень. Ой-ой-ой, это чё за Вася сейчас такой беру? Привет, Василий Петрович. Ту-ту-ту-ту-ту. Смотри. Надо какую-то мясорубку, что ли, какую-то... Может, вплотную надо мне сверло? Вот смотри, сверло работает Марио, вообще. Слушай, а у тебя какие-то ща... оружия есть там? Сейчас ему жопу засверлю. Да, оружие какие-то? Ну да, вот тут вот есть вот такая вот херотенюшка. Бум. Так. Слушай, вообще, что это такое было, смотри. Это какой-то как базук или гранатамет, понял, да? А это что такое? А это я... А... Кирпича непонятно. Нет, Геннадсвали, ты немножко неправильно сказал, это как раз таки есть цементный вор, потому что я цементный ворюга. Вот так вот я умею цементом управлять. Ты смотри, эти бурышки пролетают на спуске. Но мне больше нравится бурилка в жопе, поэтому я возьму бурилка ее. В жопе дырка. Да, я умею проделывать с ней с помощью того, как она бурит. У нее стаствольный снаряд стоит, и, короче, она бурит сразу с ту дырку в жопе. Патроны кончаются, и чуть-чуть из этой полоски синие, красные, что она дает вообще? Ты чё вообще? Это же бурилка, у неё бесконечный снаряд. Вот смотри, я бурю задница, жопа, вон смотри сколько дырок. Бурилка бесконечная, а это чё, для фана что ли сделано? Для вот этих зомби или кто они, я даже не понимаю, как это сказать, как это назвать. Помнишь, мы записывали Resident Evil 5, нас пригласили из KX и 5P74. Ну, чё-то припомню. Вот помнишь, там такой зомби были, вообще весь красивый, шапочка на голову надевали. А здесь даже никого похоже нет. Вот смотри, какой это крест, я вчера такой видел. Да ты чё у меня такой на шее висит? Прошу прощения. Ну ой, бать. Задание есть какое или что? Просто зомби ходит куда-то А понимаешь, слушай, я настолько отупел, ничего себе, это он чё такой наглый? Ну чё там, жопу что-то ошпарило, какой-то, блин, шпаренный парень. Не учу там, метрон в жопе побывал. Мегаметрон, мегалатрон. Ты чё забегал, как ошпаренный? Ты чё орёшь, как резанный? Вообще миссия есть какая или чё, или просто бегать, шпаренный? Вообще ничего нету, я вообще ничего не знаю, я бурилка жопа. Не, я твой драушатал. Нормально, по башке дашь, и всё. И спать будет вечно. Давай возьмём вот это, бам! Вообще ничего не произошло, а если так? Я даже себя убить не могу. Да, вот тебе не повезло, я бы не хотел без тёлок оказаться на каком-то кладбище, я бы сразу бы себя застрелил нафиг. О, смотри, а этот цементный снаряд вообще так хорошо дубляешь. У меня такие шарики в
вылетает, когда я курю что-то не того. Ой, я что сейчас это вслух скажу? А у меня такие только в туалете вылетают. Да уж, когда сожрёшь чуть до Новый год. Кстати, скоро же Новый год, поздравляю вас. Ну вообще, да, у нас скоро Новый год, Рождество, все, да, веселиться. У вас не передать, чтобы у вас такие потом зомби не шарахнулись, и шарики в туалете не вылетали, да? Да, мы решили дальше под Новый год записать. Они как подкушенные падают, ну вообще просто ништяк. Подкушенные или подкошенные? Потому что это же игра «Цементная ворюга», и понимаешь... Отличная игра, я даже не знаю, какого она года, блин, ну... Похлеще я, как уже говорил, глупо... Ты, уй, смотри, какой школота появился. Школота Андреевна. Это какой-то, он мне напомнил этого Крюгера, только без когтей. Видимо, ему уже подстригли. Ну ему-то уже видно, коготочки-то подстригли чуток. Смотри, какой бешеный, у него тоже метром в жопу побывал. Чё, ты дальше идти вообще, короче, не так, да, заперли тебя? Да вообще. Да. Ну, да, я-то даже не знаю, что тут можно сделать. Даже не улететь никуда не так. Я думаю, с этой мега-игрой всё понятно, она просто мега-шедевральна. Сколько мы поставим? Я поставлю ей 15 буриловых задницах дырок из 20, и я думаю, это будет справедливая оценка, потому что мне понравилось то, что в этой игре можно бурить яйца и жопы всем ответом вот этим вот нежитям. А еще можно здесь бурить и проделывать дырка в полу! В этой игре здесь еще остается бурить и потом тыкать в эту дырку, потому что телок нету, бухла нету, и только шарики какие-то фиолетовые летают. Короче, моя оценка 3 балла из 1,5, я даже не знаю, я считать до 1,5 только умею. У нас, конечно же, только... первых 5 классов образования начальное, да, и все сразу. Короче, да, и сразу на рынок. Ну короче, закругляемся и доверка. Да, мы еще увидимся в следующий обзор. Чё-то звуки какие-то, как и у меня. Думаю, когда соседи что-то там наверху сверлят или... крышу и чё-то там тикаются, да? Я вообще не понимаю. Ладно, переходим ко второй игре. К сожалению, я даже название забыл. И здесь не написано. Слушай, они вообще гады забыли написать название. Видим очень роскошное меню, где целых New Game и Exit Game, и даже никаких опций. Ну ладно, и стрелочка очень красиво оформлена, такая зелененькая. Вообще классно. Чего геносвали? Ты чё заговорил по-английски? Да я не знаю, в меня какой-то бес селился, блин. Лоадин какой-то. Я вообще стал англичан-американцем. Ты вообще звуки теперь стали сдавать? А чё так темно вообще, как у негра, как у Гиви в одном месте, да? Слушай, да вообще, у нас был в ауле такой рядом жил. Мы вообще в каком сарае, блин? К нему не заходишь, у него ничего не видно. Прям так же, как у него в ад. Чё тут написано? Отпрессовать Enter той усе. Какой короче, усе? Здесь написано плюс прессани какой-то там Enter. Сейчас прессаню тут Enter нафиг. Кровище, мама, я боюсь кровищу вообще. Ничего. Вау, диван или что это, как у меня почти дома даже сесть. Ты вообще какой-то как в КПЗ валяешься, ничего-то нормально. Я штаны, кажется, навалил. Ой, о господи, кто это? Господи боже, вообще какой-то ни баба, ни мужик, кавжи-вжи какой-то. Мне страшно выпустить ваши отсюда, хочу бежать. На Пендельфа серво похож. Door locked. Require a key to open a
Похоже, тут надо что-то это найти. Что-то... О, ты видел, дверь сквозь меня открылась. А, я могу двери про... Смотри, вообще нормально, я вообще офигеваю. Я чё, ангел? О, господи, боже ты мой, это кто такой, блин? Здоровый друг! Давно не ел, да, наверное, не наливали уже. Смотри, это чё... Вау! Могу стрелять! Теперь вообще я круто. Всё, давай пошли месить гадость. Сейчас пойду всех убивать, тут какие-то нацистские флаги и символика. А чё, где ключ вообще? Вы чё, ребята? Ключ-то где? А вот же ключи, не заметил, ты смотри, а ключи, блин, в метро. Я вообще забыл. Я тебе не сказал, потому что я вообще не заметил. Ты куда-то вообще попёр без меня. Да я вообще не знаю куда. Натя, открыл. Блин, кто тут наследил кровью вообще? Где, блин, в кого... Мы же вчера там были. Смотри, лестница ведущая в никуда, в стену. А, нет, тут дырка есть какая-то. Блин! Мы вчера с Гиви тут были, он там все наследил. Ты смотри, как проработано, а везде диваны одинаковые, стоят двери. Смотри, вообще дырка в полу даже есть. Я просто обкидываю. Сюда нельзя покакать, слишком мало прорезь. Куда можно пописать? Ну, хоть что-то. Я надеюсь, эти ребята не встанут, да, вообще? Я же боюсь вообще, когда встают без спроса. А! Кто это? Кто ты? Кто, друг? Здорово. Слушай, а это чё вообще за педопир? А чё он зелёный такой? Блин, вообще не понимаю. Умри, нафиг! А! Ты смотри, я его опять ключи, да? Они везде одинаковые. Ещё такой психованный, геноцвали. Да я даже не знаю, как эти ключи брать. Вот, я покакал что-то и взял ключи, ладно, пофиг. Смотри, тут даже перезаряжаться, оказывается, нужно. Я вообще не понимаю, какого хрена здесь стоят ключи в метре от двери. Чё, блин? Умри, блин. Я даже не башу. Заметил, как у нас очень мало жизни? 500, вообще невозможно умереть здесь, да? Послушай, геноцвали, это что такое? Смотри, мне фен дали, я же феном буду воевать с ножом, штык-нож и фен. Это же вообще великолепно. Ты видел хоть раз фен, заправляющийся туалетной бумагой? Зева плюс, блин, зева минус. Вы вообще клёвые, ребят, ну вы вообще... Опа! Ой, смотри, мы куда-то пили. Ты смотри, я целый уровень прошёл просто так, это же вообще жёстко было. Господи, да это легендарная игра, просто легендарная, я не могу, я всё буду зависать на ней. В запой не уйду, буду только в неё играть, вы чё, здесь же можно... Слушай, парни, наверное, можно кооператив, парни. Да, блин, кооператив, похер, я один буду в одну харю играть, тут же есть туалетная бумага стрелять, это же вообще... Ай, блин! А где? Как ты чё, со мной не падаешь? Ты смотри, играть? Пушка из двери, да это же вообще да невероятно! Вообще. Такие спецэффекты! Блин, это ж я не знаю... Кто такие? Пересади туалет и бумага, а то закончилось. Да, кто-то... Здесь смотри, тут же невозможно заблудиться. Дверь закрыта, рядом ключи лежат. Ну это же вообще гениально, да. Это же гениально. Это надо прохождение смотреть, чтобы найти ключи. Где ключи? Надо зайти в прохождение. А, справа на столе. А? Попробуй шкафчик открыть, может они тебя ждут кого-то. Ну, блин, да никто тут... Что-то вообще непонятно. Это вообще легенда игра, ребята, блин. У меня 500 жизней, туалетная бумага с феном, и вообще, я вообще все-таки полещаю. Пацаны, девчонки, включайте эту игру, потому что она лучше всех. Да, играйте только так. Подожди, Вахтанг, ты сейчас что сказал? Запретное слово, надо говорить. Покупайте эти игры, ребята, это просто гениальная игра, я даже не да, знаю. Да, покупайте эту игру. В каких лавках такие игры продают? Просто жесть, божественно, ну и вообще, короче. Да, честно, не знаю, есть ли это делать, я... Зелёные монстры! Просто как-то аптеки летающие на какой-то... Вообще они просто... Это же нож! Ай, блин! Кто там? Ты видел? Ты видел? Я игру прошел! Я получил в задницу 10 тысяч патронов и прошел игра! Это вообще восхитительная игра! Народ, играй! Подожди, подожди, я же еще кнопочка не создал, чтобы не прошли вся игра! А тут даже не надо создавать! Ты прошел 5 метров, все, игра пройдена! Тебе 5 патронов зад и все! Вообще зашибись! И ничего не надо! И ты смотри!
просто мега дизайн. Коридоры прям просто разнообразие. О, какая-то новая пукалка. На тебе. Это я какими-то упаковками эти ММДМ что ли, или как они? Да нет, это кексы запечатанные, ты чё вообще? Знаешь, такие, да, были, короче, ну вообще игра класс, ребята, скотча, а нет, покупайте игра, короче. Короче, с вами был Вахтанг Геннадсвали, и встретимся в следующей части. Следующая игра. Да, до следующих мега-эпичных игр. Всем пока.